Здравия желаю. Сегодня у нас, значит, новая схема. Двухъядерные самозапитные лампочки и самозапитные батареи. Значит, как она работает? Две батарейки ставим. Вот варта. Варта. И черная. Наподобие. Они полудохлые. Дальше. К одной батарейке подключили лампочку. Вот видите, там 6 лампочек. Видно, что одна горит. Крайняя. Опять нет. Пока одну, потому что батарейки дохлые. Нам известно, что ток возвращается. Значит, когда здесь разрядится, мы перекидываем сюда. Пока здесь будет работать, на этой, это в эту вернется ток, и мы опять перекидываем. На такой лампочке примерно через час. Когда батарейки будут помощнее, там можно будет подгонять мощность. То есть где-то может 5 секунд, где-то 3 секунды, где-то там 10 минут. В зависимости от мощности, батареи. Значит, сейчас покажу схему, кто не понял. Вот она, двухъядерная схема. Значит, батарейка 1. Вот она. И батарейка 2. Вот она. Лампочка. Вон она светится. Значит, запитываем вначале от батарейки 1. Это первое ядро. Через реле. Допустим, здесь час включено, час отключено. Так. На лампочку. В это время ядро второе здесь вот закрыто. Контакты закрыты. А здесь открыты. То есть сюда питается. Минусы подключаю вместе обязательно. Потому что минусы разные, не будет работать. Если минус один взять, общий не будет. Значит, минусы вместе. И второй конец лампочки от минусов. Но это когда будет реле. А сейчас просто перекидываем. Сейчас пока реле смысла нет ставить. Когда будет помощнее. И значит, это включилось. Подается питание. Лампочка горит. Прошел час. Здесь отключилось, здесь включилось. Подается со второй батарейки питание. Лампочка горит. В это время в эту батарейку ток идет назад. То есть она обратно восстанавливается. И так циклично. А когда будет батарейки посильнее придут, можно будет поставить не маленькую лампочку, не слабую, на 5-7 ватт у меня стоит, а поставить и галогенку, и что угодно. Но тут время уже возможно будет там 5 секунд, через 5 секунд будет переключаться. В зависимости от мощности. Где-то через 5 секунд, где-то через минуту, где-то через 10 минут. Это все надо будет подгонять, когда придут батареи. Ну вот это, значит, схема двухъядерный БТГ на самозапите. Называется. Если есть вопросы, пишите. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, удачи и исполнения всех желаний.